Здравствуйте. С вами Ирина Агапова. Снова лето. Прошло уже 2 года, как я принимаю участие в благотворительном проекте All World. Все мои мечты и планы, которые я задумывала 2 года назад, осуществились. Хочу выразить огромную благодарность директору этого замечательного, не имеющего аналогов проекта, Александру Комиссарову, и директору благотворительного фонда Алексею Суменкову, и всем организаторам, которые придумали этот проект. Огромное вам спасибо. Почему я здесь? Во-первых, делать добро и оказывать помощь людям и благотворительному фонду – это очень-очень приятно. А как следствие этого – получать денежные переводы в свой адрес вдвойне приятнее. Как вы думаете, может ли каждый человек на Земле оказать помощь? Я думаю, что вы ответите «да». Так вот, я передаю благотворительную эстафету другим людям и приглашаю и вас, потому что добро вернется к вам бумерангом. И делать добро очень-очень здорово. Я доказательство этому. Во-первых, вы выбираете отпуск себе сами за эти деньги, которые поступают от участников проекта, от других людей. И к работе не привязаны. Это во-вторых. Взял ноутбук и принимаешь участие в проекте в любой точке земного шара, где есть интернет. Во-вторых, сам себе начальник. Ну а в-третьих, ты отдыхаешь там, где сам этого хочешь. Не где подешевле, а где тебе душа пожелает. Поэтому сегодня я приглашаю и вас оказать помощь и стать участником этого проекта. Присоединяйтесь в мою команду. Всего вам доброго.